Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, сегодня поедем опять мы на ЕТС-ке, запихнем туда мод, попробуем, как он пойдет, как это все делается. Опять же, хочу вас всех, не знаю, возможно, кого-то поздравить. Опять заработал мой сайт, можете, в принципе, вот в группе, в разделе ссылки он присутствует. Нажимать на ссылочку, проходить сразу сюда. То есть, главная страничка тут. Видео, все видео, которые у меня есть, на любое видео, ребята, нажимаете под видео, естественно, все рабочие ссылочки тут присутствуют, можете тут все это мониторить, смотреть. Также можете сразу, если что, подписываться на канал, нажимаете подписаться на аватарочку, вот видите, сразу заходите, подписываетесь. То есть всем, кому интересно, можете сюда уже заходить, ребята. Так, ссылочка на контакт тут у меня не работает. Ну, тут блочит еще пока от партнерской программы сайт от VSP. Блочит ссылочки контактовские. Значит, вот. Так, ну давайте, значит, перейдем. Все это у нас будет, ребята, здесь в разделе ссылки. Также в разделе ссылки тут и пиратки, и спинтайрес. Старая новая версия. Карты, полигоны. Значит, присутствуют программы для запуска запуска с модами игры. То есть, как бы, можете еще там, ребята, залезть, посмотреть, кому интересно, найдете. Также выложил я майловскую игру, архив. Многие качают, но никто не читает. Ребята, написано по-русски: ключ к игре отсутствует. Зачем вы задаете вопросы, почему она не запускается? Это просто игра с архивами, кому интересно поковыряться, что там есть, какие моды, какие папки, какие файлы, какие прописки. Если кто-то сможет ломануть, естественно, ломанут, потом в дальнейшем выложат. Это версия от 16.11, версия игры, там написано 09 какая-то там, 09.09.16, как-то так. Но, по моему мнению, это вообще старая версия, либо 08, либо 23, 25, которые у нас были со следами. Значит, по этому вопросу я уже опять рассказал. Так, да? Значит, ребята, заходите в списки товаров, все, что с ценой 001, все бесплатно, это приватные моды. Также, ребята, присутствует спинтайрес 650 рублей лицуха стимовская. Кому надо, обращайтесь. Дешевле, чем в стиме стоит 800 рублей. На приватные моды Сереги Пасечника, значит, присутствует ссылка прям туда, сразу по ней проходите. Остальное все, текстура асфальта, вот эти мои доработки, то, что я брал тут машины. Опять же, торрент Риваса, полигоны пока тут три, да, получается. Ну, потом еще дальше чуть выложу. Значит, здесь тоже разобрались. Все, по этому вопросу закончили. Так, давайте, ребята, заходим. Мы, закрывая контакт, кто будет писать. Заходим мы, значит, в ЕТС. Так. Значит, вот так, ребята, видите, прям в эфире злой слон на меня решил дозвониться. Паша немножко потревожил слегонца наш, скажем так, обзорчик. Вот. Значит, вот мы зашли, ребята, заходим в документы. В документах, ребята, от ЕТС-ки присутствует папка такая, Евротрак симулятор. Тут присутствует папочка мод, да? Значит, тут я уже накачал кое-какие моды. Так, и давайте вот, вот этот мод я уже разархивировал просто. Вот у меня вот тут. Я его сейчас скопирую. Вставлю сюда. Ух, он весит-то, блин, почти гиг. В файрмате они, видите, СКС. Данные моды. Сейчас по пырику оно все перекинется. Запустим ЕТС-ку. Значит, и проверим в магазине, там, в автосалоне, присутствует ли у нас данная машинка. Так, все, мы ее закинули в папочку. Мод. А, ребята, еще давайте сейчас закинем сразу еще тут. Подождите. Я тут устанавливал еще радио. Где же у нас радио? Радио, вот оно присутствует у нас, радио.
Это у нас кидается в папку Music. Так, давайте я в Music. Это мы копируем. Упс, я папку-то не открыл, да? Так, значит, сразу перекидываем это все дело. Все. Сейчас у нас будет, по идее, должен работать мод и должна работать рация. Так, все, ладно, закрываем. Запускаем ETS-ку. ETS-ку. Вот, как-то так. Насчет рации там, ребята, осторожно. Кому мало лет, не советую скачивать. Там записаны разговоры водителей, дальнобойщиков, реальные разговоры с радиостанцией, которые люди разговаривают на дороге, общаются. Значит, давайте сразу включим мы радиостанцию. Сейчас сразу я звук сделаю поменьше, потому что там пипец небольшой. Все. Так, все. Все, ребята, запускаемся и в путь. Сейчас едем в автосалон смотреть машину. Вот. Ой, я застрял тут немножко. Что-то стоит, все висит. Да. Что-то не заводится, ребята. Что-то встало все. Сейчас подожду. О, нет, все. Нормально завелись. Я слетел с дороги, все никак не могу выбраться. Так, давайте, ребята, посмотрим, где мы есть вообще. Так, нам надо вот сюда, вот, и сейчас мы ставим сразу, едем в автосалон сюда. Надо развернуться, развернуться. Ох ты, блин, прилетел так нам чувак вообще. Ну ты чё, олень, не видишь, тут фура разворачивается. Вот. Вот и давайте. Поедем мы тут, ребята. Ой, тормози, 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 тормози. Так, сюда. Все, помчались. Так, дальний включим. И все, поехали, ребята. Навигатор у нас работает. Солярка у нас есть. Сейчас мы с Пашей тут установили мультиплеер. Еще потом чуть дальше будет, ребята, у нас все это дело. Ой, тормози, тормози, тормози. Прокатимся еще в мультиплеере, посмотрим игру. Ставим правое зеркало дополнительно. Не полетели. Поедем быстро, чтобы не занимать, а то очень долго потом конверчу, ребята, видео, чтобы качество хорошее было. Пишу в HD-шке и потом еще Merrill Action переконвертивать видео, очень большой размер. Обзор записываю, в среднем выходит это
50-70 гигов примерно. Поэтому очень много времени занимает переконвертить, записать обзор, потом переконвертить, выложить все это на канал. Поэтому видео так часто не пишу, да и плюс своих еще дел хватает. Вид, все, ребята, все, вся анимашка, даже ручник тут, когда включаешь в салоне, все работает. Игрушка прикольная тоже. Ссылочку, как пираточку раздобуду, выложу на канале под видео, естественно. И мониторьте в группе, в разделе ссылки тоже ссылочка появится. Вот. Сейчас пока мы шпарим, короче, за новой тачкой в автосалон. Я надеюсь, она там будет. Еще сам как бы сильно тут, ребят, не разобрался. Как тут что работает. Вот сейчас точно отбойник цепанул. На, машинка, получи, авария, блин, ребята. Шваркнули тачку на трассе. Правильно, идем больше сотки, 120. Завалил спидометр просто. Не хватает спидометра, ребята. Сейчас еще, сейчас точно кому-нибудь шваркнем, блин, так идем мощно. Мини-купер чуть не зацепили. В мультиплеере, ребята, там все очень жестко. Могут забанить за проезды на красные, за аварии, за нарушения различные. Так что, кто будет покупать лицензию, если мало. Ой-о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 й. Вот это да. Вот это мы дали, блин. Давайте как-нибудь назад попробуем. Так, кнопок тут на управление, ребят, много. Не могу еще пока привыкнуть или перенастроить. Так, мы уже куда-то приехали, ребята. Куда-то приехали. А, так мы уже приехали в город. Все, сейчас поедем в автосалон. Стойте, стой, 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 парень. Так. Двигатель не исправен, надо ремонтироваться, ребята, блин. Давай заводи, зараза. Даже с поворотом, видите, никак не могу тут прорубиться еще. Так, нам, ребята, нужен автосалон здесь. Вот Scania автосалон, ребята, заезжаем. Тут ремонтируется уже можно, по-моему, да? Давайте сразу мы отремонтируемся. Так, ремонт полный. Все. Больше нам ничего не нужно.
Давайте заезжаем в автосалон. Салон закрыт. Да ладно, понедельник. А сегодня-то какой день? Вторник. Обалдеть. Вот это приехали, называется, за машиной. Автосалон закрыт. Понедельник, суббота с 8. Ага. С 8. Давайте поедем поспим. На стояночку, по пырику. Встанем здесь где-нибудь, как бы, решиться. Спать-то как ты? Ты спишь, парень, тут нет вообще? Ага, не спит он тут. На автосалоне, наверное, ребята, спать нельзя. Это в продаже машины стоят или как? Или тут можно покемарить? Вот, отдыхать, ребята, все, видите? Там просто не встал, он, смотрите, на отдых. Все, заводимся, едем. Едем за тачкой, ребята. Салон уже должен быть открыт. День. День как день. Так, переходим в автосалон. Так, и смотрим машинки у нас, какие тут присутствуют. Есть ли у нас... Ой, ребята, его здесь нет. Ребята, его тут нет. Я не включил модификацию. Давайте покинем автосалон. Да. Сейчас буквально мы тут же сохранимся. Сохранимся. Так, сохранимся, ребята. Сохраниться. Сохранились. Так, 3, 4, 5. Давайте пусть будет 6 сохранение. Сохраняемся. Так, нажимаем выйти. 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 И снова, ребята, заходим. Опять же туда же. Я упустил один момент. Заходим. Евротрак. Сейчас еще у нас машинка появится в салоне. Значит, все, зашли мы. Все отлично. Пам-парам. Евротрак симулятор 2. Вот, ребята, модификации я не включил. Вот они, видите. То есть тут как типа менеджера тоже по модам стоит. Также закидываем его, ребята. Все активно. Видите, загорелись два зелененьких. Они у нас тут определились. Применить. И продолжить игру. И вот теперь точно машинка должна, ребята, уже появиться в автосалоне. Так, сразу мы в путь. Все, сразу переходим в автосалон. И вот, ребята, наш мод, то есть, стоит тут, присутствует уже после той машинки, которая у нас есть. Мы залазим сразу в настройки. Ну, тут все по дефолту у нее идет, то есть, тут уже накручено все, там у него все, что надо, все стоит. Так, салон даже стоит, цвет тоже стоит, не меняется ничего. Так, обвес можно, ребята, поменять. Давайте сразу поменяем. Ага, поменяем. Ничего мы тут, походу, ребята. А что я поставил? А, вот, видите, ребята, такие неоновые штучки ставятся. Видите? Заводится машинка там. Тетка. Тут что такое? Тоже мишка какой-то. Ну, я ставлю вот такого. Принимаем его. Так. Мишек поставили. Что еще можно прилепить? Номер тут, по-моему, можно поменять на более читаемый. Так. Зеркало у нас стоит. На крышу у нас что тут такое? Не понял ничего. Red Lift. А, это, наверное, мигульки. Ну-ка. Эти как-то вместе мигают, да? Эти по отдельности. Давайте эти берем. Значит, так, берем. Фаруки поставили. Так, по колесикам ставим тоже красивые белые колесики. Ставим тут, что у нас? Диски. Все
всякая лабуда, гайки, ступицы, гайки. Ага. Не надо нам гайки. Блин, а гайки-то остались, чуть-чуть с ним делать. А, их, наверное, можно снять. Наверное, ни хрена их нельзя снять. А, на гайки просто надо нажать. Гайки поставим. Вот, все. Все отлично. Колпаки. Колпаки, наверное, тоже не станут. Ну-ка. Не. Их еще и обратно перевернуть, е-мое. А, их можно убрать. Вот, все нормально. Отлично. Так, по колесам ставим. Новые колеса со ступицами. Тут я не знаю, как тут со ступицами. Да, ступицы. Ступицы вообще реально поменять. Что-то там происходит, а что происходит, не пойму. Надо принять. Что-то получается. А, не устоит, ступица, тут все. Так, колеса тут не поменяли. Сейчас все, ребята, колеса быстро маханем. Колеса. Колеса мы поставили. Прибыл сюда, на крышу мы все поставили, да? Да, все поставили. Сзади ничего нету. Ничего нету. Тут я даже не понимаю, что такое. Так, здесь что такое. Основные зеркала. Зеркала. Это что? А, это мишки, да? Все. Так, тут мы разобрались. Переходим в салон. В салоне у нас ничего пока не поставить. Принять. Лежит мобила. Навигатор, вся фигня. Так, купить. Давайте купим сразу его. Данный автомобильчик. Купили. Купили. И чего теперь надо сделать? Гараж. Окей. Закрыть. И все, ребята, мы на скане, на моде ЕТС-ке. Машинка обалденная. Просто супер-пупер, да? Супер-пупер тачка. Все, уже покрутили, посмотрели, давай, заводи быстрее. Так, заводимся, ребята. Все, завелись, включаем, естественно, нашу супер рацию. Все, работает. Так, все, перескакиваем такой. Делаем. Ну-ка, со светом у нас. Все прикольно. Так, где-то нам надо, ребята, состариться. Все, ребята, не могу разобраться, как нам этот, где нам заряжаться тут. Грузами. Так, вот направо что-то есть. Какая-то лабуда. Давайте поедем направо сюда. Так, Enter. Так, смотрим. Так, 43, 42, 22.
Вот CD больше ничего нету. Давайте берем этот, ребята, заказ. Тут его вроде недалеко тащить. Вот у нас стоит уже фура. Все, погнали. Давайте сделаем скрин. Кола уберем, навигатор уберем. Все, ребята, поехали. Так, куда нам ехать-то? Включаем аварийку, включаем левый поворот, правый поворот. Пока стоим, можно и скрин щелкнуть. Скачем в салон. Ну и поехали. Навигатор у нас работает. Опять же, все тут, ребят. Ой, красный, 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 красный. Ручник даже все, видите, все функциклеры. Все, погнали. Ставим правое зеркало.
очень сложно тут, ребята, снимать красновид спереди. Четыре километра, ребята, осталось. Ой, блин. Что-то я тут, ребята, покупил с этой камерой, блин. Так. Так, как тут? Как я его развернул-то, этот навигатор, мама не горю. Точно я его развернул, ё-моё. Заделался скриншотов, называется. Забанил поворот.
кольцо главное. Вася куда поехал, ё-моё. Вот олень-то. Знаки не смотрит вообще. Мальчики с них включили, ё-моё. Так, F4, да? Проблесковые маячки включить надо. Ой. Ой, всё. Теперь, о, да, маячки, ребята, у нас заработали. Вот у нас прицеп, ребят, стоит красненький. А, ну вот и мишки неоновые светятся, видите, которые стоят, я как бы устанавливал. Когда я тут попаду, так? Все, ребята, приехали. Получили деньги, получили, ребята, немножко уровень. Значит, вот и путь. Выходим, вот у нас такая получается тачка. Давайте подъедем к нашему прицепу. Покажем ему, как у нас все по идее должен быть. Корявый-то, ё-моё. На-ка, её.
Да, вот так должно быть, по идее, ребята. Я думаю, сейчас мы давайте сделаем такой скрин. Еще. Давайте, ребят, на этом обзорчике закончим. Вот, короче, видите, тоже все моды ставятся. Как бы тут тоже надо, чтобы и мод совпадал с версией игры. Все ставится, надо пробовать. Все будем тут мониторить, показывать, обзорить моды. Игрушка прикольная, только надо разобраться, очень много настроек, много там всяких нюансов. Работает через мультиплеер. Вот, лицензия, у кого лицензия, естественно, возможно, что и будет розыгрыш данной игры, опять же, в группе, лицензии стимовской. То есть, ребята, ну, всем, кто смотрел, ребята, спасибо большое за просмотры, ставьте лайки, заходите на мой сайт, который в разделе ссылочки присутствует, там же также будет видео, и под видео будут ссылки, ребята, которые будут интересны. Пираточку Евротраковскую, значит, я найду, тоже выложу в разделе ссылки. Будет розыгрыш игры после набора 1000 человек на канале, на моем Спинтайре с лицензией стимовской. Ну и еще посмотрим, возможно, будет розыгрыш еще Спинтайреса и Евротрака. Посмотрим, какие игры будут в наличии, то есть, и к чему их приурочить. Так что всем, ребята, спасибо за просмотры. Еще раз подписывайтесь в группу на канал. Всем удачки. Мониторьте всю информацию в группе на канале. В основном обычно желательно на канале, потому что не все может попасть в группу. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки и пока.